ходе, который прямо за мной. Кажется, я повредил колено. Что-то там в суставе хрупнуло. Теперь 2 недели на костылях, через 12 дней буду снимать швы, ну и дали кучу упражнений, надо делать каждый день теперь, и делать, что остается. Труднейший элемент. Проблемы приходят, откуда не ждешь. Оказывается, когда ты на костылях, то не можешь носить вещи. Тебя приготовил, там и пригодился. То есть поел. Теперь могу пить чай, где хочу. После операции вам дают базовые упражнения. Потом за 30 секунд снимают швы. Ну и, в общем-то, вы остаетесь один на один. Меня эта ситуация не устроила. Я решил пойти к физиотерапевту. Он дает новые упражнения, корректирует их, делает массажи, ну и вообще контролирует, на какой ты находишься траектории. Ну и могу сказать, что я не пожалел. Пора этому видео заканчиваться. Я выбрал долину Стромжиска в качестве финальной локации. Как видите, восстановление идет довольно неплохо. Я, правда, пока еще не знаю, как пройдет спуск. Но могу сказать, что все это было не очень просто. Постоянные эмоциональные качели. То все будет хорошо, то непонятно. Я не представляю, сколько внутренних сил и мужества нужно людям в более серьезных случаях или когда нет прогноза на улучшение. Основной вывод, который можно сделать, довольно неутешительный. То, что у нас есть, очень хрупко, и нужно об этом помнить.